Мальчики, девочки, всем привет. У меня, короче, еда, как всегда. Короче, апельсины, груша. Села на диету. Вот представляете, девочки, ноготь опять сломался. Надо-ка обрезать. Вот что такое? Короче, была сегодня в городе. Вот, была в городе. По делам ездила. Ирина Сергеевна ездила по делам. Блин, что-то так криво обстригло. Ну ничего. Криво-жопость нормально. Короче, ноготь обстригла. Что у меня, короче, еще есть кабачковый экран. Чашку кофею я тебе бодрящего налью и по-настоящему спою новую песню. Вот. Кабачковая икра, остатки сладкие. Что-то так проголодалась. У нас, представляете, опять снег метет. Вот, метет снег. А тут две машины застряло. Ну как, Иринка Сергеевна, я же королева. И что я буду толкать? Да? Там как бы и без меня справятся. Ну вытолкали. Вытолкали. Хлеб толстый кусок. Ну ладно. Вот так вот. Кстати, забыла сказать всем приятного аппетита. Худейте, худейте. Сейчас, короче, общалась с племянницей. С племянницей, да, общалась. Говорит, дочка, у нее дочка, короче, представляете, 7 месяцев, а уже держится и ходит. Какая молодец, да? О, что я еще хотела? Ножик я взять. Вот, короче, купила апельсины, представляете? Заходила в Чижик за творожной массой и купила апельсины по 115 рублей. Это, кстати, так вкусно пахнет. Хурма по 65. Она немножко была, но ничего. Нормально. Какая разница? Вот за 175, да, хурма? И по 65 они одинаково выглядят. Это просто уцененное. Сделали скидку. Вот так вот. Это... Кто-то это? А вы наш Чижик съездил? Все скупили, ничего в магазине нет. Хотела семечек купить. Там семечки, кстати, вкусные в Чижике. Солененькие, 100 грамм, что-то 30 рублей стоит. Ну так вот. Ну забыла.
Ну, вообще так-то у нас чужой хороший магазин. Правда, сегодня творожная масса, а то вот с изюмом. А я люблю с курагой. Ну, так вот. Да, мэн? А, кстати, я еще маленький коробку китикета купила, большую, там что-то, сколько, 25, что ли, пачек. Видите? Какая маленькая довольная, что ей китикет купили. Хлеба не купила. Ну ладно, сбегаю. Такой прекрасный день. Можно и сбегать. Да? У нас сегодня тепло. Правда, снежок валит, но ничего. Как говорится, остальное все фигня. Так вот. Не знаю, надо как-то в лесок сходить. Понимаете, да? Сейчас, кстати. Ой. Просто Андрюшка приехал. Понимаете, да? И Аринке грудку привез. И Аринка говорит, садись на диету. Ну так вот. Садись на диету, вот. Как я сяду на диету? Я даже не знаю. Монета мне. Вкусно. Что девочки из грудочки сделать? Ладно, я включу вам скоро комментарии. Не переживайте. Ну что, давайте попробуем хурму. Эх, по акции, я думаю, она вкусная. Да? Даже совсем не вяжет, представляете? Так вот. Разрезать. Кстати, я смотрела это то ли в Ютубе, то ли где, короче. Можно десерт из хурмы хороший сделать, вкусный. Нам попробовать. Угу. Ой, упали. А хурму как едят? Сочная, вкусно. Хотелось я, короче, финики купить. Представляете, финики килограмм стоят, косарь. Что-то как-то дороговато. Вкусная зараза. А апельсины, смотрите, какие. Как пахнут.
Надо Маньке тоже оставить, угостить. Ну, так вот. Ренка умеет апельсины выбирать. А еще яблоки Семеренко сегодня купила. Представляете, одно яблоко треснутое, зараза, положила. Вот так вот. Треснутая зараза положила. Короче, с попочкой. Эту половинку Маньке оставлю. А, кстати, Манька тоже апельсины ест. Не знаю, как у вас кошки, но у нас ест. Ну вот и все, ну вот и все. Короче, ладно, девочки, пойду я супок варить из куриной грудки. Кстати, сколько? 740 грамм. Кстати, сейчас даже куриные грудки стали дорогие. Это килограмм 400, что ли, рублей. Также вот так вот. Даже все я поела, я перекусила, было очень вкусно. А вам приятного дня, хорошего настроения. Что вам еще сказать? Ну, как научусь себя вести, так комментарии и включу. Понимаете, да? Смотрите, Маньке оставила одну штучку. Я думаю, ей хватит. Она еще китикет сейчас поест, потом закусит мандаринкой. А Иринка суп сварит и пойдет, короче, гулять. Сходим в магазин, соседку возьму. Сходим в магазин. Может, Бормана встречу, посмотрим. Вот так вот. Не знаю, кто сегодня, правда, работает в нашем магазинчике. Может, Лариса, может, не Лариса, не знаю. Вот так вот. Так что все. Всем хорошего настроения. Ну и знаете, что вам хотела сказать? Про справочку, которую там выкинули, да? Вот мои друзья, которые заходят ко мне на канал, они так ужались, когда увидели, сказали, нихера, люди больные. Ну, на голову причем. Во-первых, никакое учреждение вам эту справку не выдаст, понимаете? Там ни печати, ничего нету. Ну, кому-то вы решили навешать лапшу. Но это ваше право. Я думаю, вам это потом воздастся это. Может, уже воздалось, раз вы такие злые. Так ведь? Дальше все. Пойду суп варить. Суп с лапшой, наверное, сварю. Посмотрим. Густенький такой, чтобы ложечка стояла. Так что, девочки, наливайте чай, кофе. Берите вкусняшки. А у меня еще, короче, рулет есть. Вкусненький рулет. Купила сегодня. Андрей сразу взял мне, короче, грудку притащил. Он говорит, ты как сделай стейки. Я говорю, нахера стейки, я лучше суп сварю. Так ведь? Вот. Так что все. Всем чао, бомбино, синьорита. До свидания. Всем пока.
Пока-пока.